Ребята, знаете ли вы способ разблокировки вашего iPhone? Я знаю отличное приложение, которое снимет блокировку активации iCloud и снимет поиск найти iPhone. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Как вы уже поняли, в данном видеоролике я вам наглядно продемонстрирую компанию, которая выпускает программное обеспечение с двумя возможностями. Первая возможность – это снять блокировку активации, то есть именно обход активации через iCloud. Это такой непростой процесс, он происходит, ставится jailbreak, вы в принципе получаете устройство разблокированное, но с небольшими нюансами. То есть вы не сможете пользоваться сотовыми данными, проверять счет, там, звонить через мобильный интернет. По факту вы получаете, ну и сим-карты, естественно, не сможете пользоваться. А получаете устройство, iPod Touch, можно сказать, вы можете звонить, установить какие-то мессенджеры, Ютубом и так далее, весь интернет вам доступен, ну и остальной функционал, который есть у вашего iPhone или iPad, не имеет значения. И второй подпункт — это обход активации найти iPhone. То есть в каких случаях это применяется, вы знаете, в принципе, я вам дам ссылки для ознакомления информации и для того, чтобы скачать данное программное обеспечение, поэтому смотрим, как это в принципе работает. Что собой представляет данное ПО? Два пункта. Это удаление у нас iCloud и найти iPhone. То есть, когда включена функция найти iPhone, начнем с того, что мы удалим сам iCloud. Подтверждаем, переходим, то есть подключаем наше устройство. У нас идет извлечение джейлбрейка. Сейчас он скачивается. Выбираем накопитель, нам нужно будет подключить в USB разъем, куда он скачается. Подтверждаем, и это все дело сейчас загрузится. То есть, чтобы вы понимали, какой идет процесс. Процесс загрузки джейлбрейка, загрузки прошивки. То есть, нам нужно будет через компьютер все это дело сделать. А именно, то есть, вот нам здесь указано, что нам нужно будет войти через BIOS, отсканировать QR-код и пошагово все это дело сделать. А сейчас у нас процесс идет взлома. Наше устройство сейчас перезагрузится, накатится джейлбрейк и можно активировать устройство. Разблокировка активации Ultphone. Лучшее решение для обхода блокировки активации iCloud на iPhone и iPad Touch. Снять блокировку активации без предыдущего владельца. Разблокировка iCloud заблокирована на iPhone и iPad Touch без Apple ID пароля. Используйте новую учетную запись iCloud App Store после обхода iCloud. Отключите Touch ID Find My iPhone iPod iPod Touch без Apple ID пароля. Поддержка от iOS 12 и по сейчас новую, то есть и какие у нас технические характеристики дальше. Таким образом, люди часто задают такие вопросы: разблокировки активации iCloud, блокировка активации или блокировка iCloud является одной и той же функцией, включая в программу найти iPhone на устройстве iOS. В принципе, все нам об этом здесь говорится, доступно, понятно, объясняется, что это, как это снимается и так далее, все по функциям доступно, понятно, то есть все... Что вам будет необходимо, по ссылочке перейдете и здесь, в принципе, ознакомитесь. Ну и остальные технические характеристики, которые поддерживаются. Также для ПК, для Windows у нас, которые все доступны, и для macOS. Все данные по ссылке в описании. Вот так вот, друзья, это все дело работает, ничего здесь сложного нет. В принципе, все доступно, понятно, рассказал, показал. Демонстрация была. Если у вас будут какие-то сомнения, пишите, я вам чем-то помогу, буду развеивать ваше какое-то недоверие там или еще что-то, будут какие-то вопросы, пишите, оставляйте ваше мнение в комментариях, не забудьте прожимать колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, и не забывайте подписываться, потому что очень большое количество вы смотрите, не подписывайтесь, подпишитесь на 10 тысяч подписчиков, я сделаю отличный видеоролик, который бомбанет вообще конкретно, и небольшой розыгрыш для ваших iOS устройств и не только. Скоро увидимся. Morning and put one in the air. Got so high, thought about running for mayor. Slapped myself to make sure I was still there. Shit, showered and shaved, and then I kept my hair. Today I'm